очень понравилась сказочная мелодия и сказочник, и запомнилась, и до сих пор вот в сердце осталось то, что сказочник приглашает вместе с ним творить. А так в конце это вот такая изюминка этой песни. Ну и, конечно же, сама песня очень такая душевная, приятная, милая сердцу, раскрывает теплоту в душе. Спасибо вам большое еще раз за встречу, за ваше теплое сердце и, конечно же, за этот творческий комплекс.